Ребята, всем привет! С вами, как всегда, я, Влад, обзор на 1000. Продолжаю свою рубрику «Аквариумистика». Сегодня я вам вкратце покажу, расскажу про такую аквариумную рыбку, как леопард. Еще его называют «золотой леопард». Название у него такое по его внешнему виду. Внешне он маленько похож на леопардика. То есть у нас здесь плавают прям не совсем яркие, они бывают даже достаточно еще ярче, чем плавают у меня вот здесь в аквариуме. Рыбки эти африканские, озеро Малави, к цихлидам относятся, цихлиды по размеру, вообще максимальный размер в природе они могут достигать до 22 сантиметров. Но в аквариумах, как правило, они вырастают где-то примерно сантиметров 15-16, где-то вот так вот, максимальный размер в аквариумах. По температуре содержания минималочка у них градусов 24, максималочка 28-29 даже. Обязательно фильтрация, обязательно подача кислорода, аэрация, еженедельная подмена воды процентов 20-30. По кормлению хорошо идут живые корма. Также желательно, чтобы в кормах присутствовало, если какие-нибудь сухие корма, то какой-нибудь растительный, чтобы процентов 20 рекомендуют минимум корма, ну, чтобы, в общем, растительные вещества в корме присутствовали. Половозрелыми они становятся где-то в год. По агрессивности, ну, вообще, с другими, как бы, циклидами, те же самые малавийскими, там, еллоу, зебры такого плана уживаются вполне нормально, но как бы сон, агрессию иногда бывает проявляют. У рыбы также не забывайте, что есть как бы характер, что ли, наверное, так, потому что иногда могут попасться также и чересчур агрессивные особи, бывают поспокойнее, но в период нереста, конечно, агрессия у них вдвое увеличивается. По отличию вообще самец-самка, у тела самца желтоватый момент. Затылок и губы голубоватые. Ну, не то, что прям сильно голубоватые, но слегка с голубизны. По лбу у самца идет золотистая полоска. Она как бы получается переходящая на весь спинной плавник. И анальный плавничок у него идет как бы желта, более желтого такого окраса. У самочек же хвостовой плавник такой серо-зеленоватый, небольшой каемкой желтовато до оранжевого цвета, а анальный плавник желтоватого золотистого. Но с возрастом у самочки анальный плавник становится такой как цвет глины, глинистого такого оттенка. По поводу еще освещения у них, они достаточно такие как бы к свету в потемках не любят особенно жить. Освещение в аквариуме рекомендуют. Хотя бы слабенькое, но чтобы освещение какое-никакое оно было. Ну вот, ребят, вкратце я вам так, в принципе, рассказал про них. Такие основы. Ну, вообще, из всех, если смотреть, цихлид озера Малави уживается, в принципе, вполне нормально. То есть, что самое главное, чтобы размер примерно был такой же. Ни в коем случае нельзя садить их с мелкими рыбками. Это по типу гуппи, пицили, там, малинезии, меченосцы. С ними нет, с ними не нужно содержать. Ну вот, ребят, все, вкратце я рассказал. Такая интересная рыбка. Вот здесь плавают у нас не прям шибко, чтобы такие ярко окрашенные. Бывает намного ярче по окрасу. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. У меня эта рубрика будет продолжаться. Всем пока, до новых встреч, до новых видео. Пока-пока.